Православные верники сегодня отмечают одно из 12 главных христианских святов – Преображение Господне. Как каже Святое Писание, в этот день на горы Фавор Господь показал свою боскую славу и правообраз власного будущего перетворения верников после всеогульного воскресения из мертвых. Традиция отмечать памятную дату дошла и до наших дней. В народе это свято называют «Яблочный спас». Как означили его у Гомелі, глядите в сюжете Жанны Мининой. Традиції святкування яблучного спасу одиходять коренями далеко у історію. У этот день православные верники усяго свету освячали виноград, как символ нового урожая. У Беларуси он не поспевал до этого часу, так и народилась традиция освячать яблоки. Теперь же верники приносят с собой любую садовину и городнину. Пришли сюда с детками посвятить яблоки, так как сегодня праздник, такой яблочный спас. Запастись здоровьем на целый год. И мы хотим пожелать всем мира, добра, счастья, здоровья и процветания. Очень интересно, первый раз, хотя я в городе 75 лет прожила, но первый раз проездом видела все это, ну, решили приехать сюда посмотреть. Очень понравилось. Очень приятно. Святкуют ярко и с размахом. Для дорослых концертная программа, для детей интерактивные пляцовки и творчие майстерни. Однако самое главное – это махчимость помолиться и долучиться до Бога. Поздравляю всех православных христиан с праздником Преображения Господня. Желаю, чтобы фаворский свет наполнял каждого человека, и каждый человек следовал за Христом, приносил добрые плоды к Богу Отцу, Богу Христу и к Богу Духу Святому. Згодно легенде, коли заесть освященный яблок у день яблочного спасу, справдится любое жадание. Головное верить. Жанна Мінина, Александр Чернышевич, телерадио компания «Гомель».